феврале этого года Первый канал показал фильм отечественного производства «Страсти по Чапаю». И уже после первой серии неэкранные страсти закипели в городе Фурманов Ивановской области. Жителей возмутило буквально все. Название кинокритиков земляки знаменитого комдива не претендуют, но искажать героические образы не позволят. Мне за свою жизнь очень посчастливилось несколько раз встречаться с нашим прославленным земляком, генерал-полковником артиллерии, героем Советского Союза Хлебниковым Николаем Михайловичем. Вот он всегда выступал перед нами, перед школьниками, часто бывал в школе, всегда говорил и на этом акцентировал внимание, что Фурманов – это незаурядная личность, это человек высокой культуры, образования, интеллекта. А здесь каким подали Фурманова? Во-первых, самым заурядным человеком, каким-то глупым ревнивцем, жестоким человеком. Вот так в современной интерпретации выглядит Василий Иванович Чапаев. А так комиссар 25-й стрелковой дивизии Дмитрий Андреевич Фурманов. Судя по современному фильму, плодотворным их союз назвать сложно. К тому же не соответствуют действительности реалии военной жизни. Фурмановец Алексей Соловов армии посвятил 32 года. Я был замполитом, я был политработником, партийным работником, я был заместителем командира по политчасти. И сегодня я вижу в картине, которую показали, что у них нет единства, что они сами по себе. Чапаев сам по себе, Фурманов сам по себе. Так не может быть. В свое время, когда вводился институт комиссаров, там было четко сказано, что без подписи комиссара ни один приказ, ни одно движение войск не идет. Они должны быть две подписи – командир и комиссар. Здесь не просматривается. В мемориальном музее Дмитрия Фурманова фильмом тоже недовольны. В угоду сериальному жанру многие факты биографии героев преувеличены. Сильно пьющий дамский угодник Чапаев и завистливый ревнивец Фурманов. Именно так представлены в фильме легендарные комдив и комбриг. Складывается такое впечатление, что автор сценария и кинорежиссер, он брал за основу какой-то факт из жизни того или иного героя. В данном случае я беру Фурманова, будем говорить о Чапаеве. Вот он берет этот факт, потом к этому факту его больное воображение дописывает еще какие-то сцены, и вот он получается сюжет. Сюжет получается очень скандальный. Получается то, что в принципе нравится непритязательной публике. И, пожалуй, кульминационный, в то же время самый скандальный и спорный эпизод фильма – это выстрел Фурманова в Чапаева. Фурманов стреляет в Чапаева. То, знаете, в реальной жизни этой сцены не было. Просто авторы сериала взяли действительно реальный случай, но взяли этот случай из жизни другого легендарного героя гражданской войны Щерса. Когда Щерс был убит своим завистником в затылок. И вот они почему-то этот случай взяли и перенесли на взаимоотношения Фурманова и Чапаева. Впрочем, не стоит забывать, что фильм – это прежде всего художественное произведение. Принимать все за чистую монету нельзя. Однако, снимая историческую картину о реальных людях, объективностью пренебрегать не стоит. Тем более, что сделать образ Дмитрия Фурманова наиболее точным и достоверным было несложно. С 1910 года он вел дневник, где фиксировал практически каждый день своей жизни. В архивах эти записи вполне доступны и для современных сценаристов, и для современных режиссеров. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.